Друзья, всем привет! Сегодня мы решили посетить Ласточкино гнездо. Записываю дубль 2. Вот решили преодолеть эти 600 ступеней. Правда, вот не уточнили, это 600 только вниз или плюс еще 600 вверх. Ну ничего, раз решили, значит пойдем. Поэтому пока идем вниз. Зря я не начала ступени считать. Но их много, потому что здесь горы и ровной поверхности в окрестностях Ялты вообще нет. Поэтому либо ступени, либо просто склоны, по которым мы ползаем туда-сюда. Ну, тут есть в промежутках лавочки и даже вот такие вот красивые котики. Так, пока еще спускаемся, спускаемся. Помогите, пожалуйста, кто поможет. Еще осталось несколько ступенек вниз. И будем подниматься вверх, уже к замку. Вот на фоне Ласточкино гнездо. Мы полны оптимизма и сил. Да-да. Да-да. Это в кадре будет солнце. Нет. Да. Нет. Ну я же озвучиваю. Вот такая красота. И мы, ну, оказывается, не так уж и все сложно. Хотя совсем другое мнение будет, видимо, после того, как мы поднимемся. О, прям как чертов палец на Курилах. У нас на Кунашире тоже был такой, такая скала, как чертов палец называется. Так, вышли напрямую. Правда, не на финишную, а только к подъему. Никак не получится снять без ног, без чужих тапок и людей. Но это, с одной стороны, конечно, мешает немножко, а с другой стороны, это здорово, что люди хотят посмотреть на какие-то исторические замки. Вот он поближе. Ну, это хорошо, что всем желающим увидеть всемирно известную достопримечательность не удастся погибнуть от голода, либо от жажды. Напитки, мороженое. А, уже все, ступеньки кончились. Все, да, а я приготовилась. Что-то как-то слабо, я бы сказала. Так, ну по поводу 600 ступеней точно это... Ну, надо посчитать еще, сколько там. Ну, на спуск там точно не 300. Тут мы насчитали 100... Сколько, Маша? 143. 143 ступеньки вверх. Ну, это вообще нечего делать, на самом деле. Я-то приготовилась тут такие вершины брать. А оказалось, что их брать не надо. О, красота, да и только. Мы еще взяли билетик в этот музей. Обязательно сходим посмотрим. Вот оно, Ласточкино гнездо. Надо только рялку подобрать. Сама дойдет.
это вот вид с Ласточкиного гнезда. Вид на город. Ну, здесь еще не Ялта. Честно говоря, что-то я не помню, как этот поселочек называется. Вот мы зашли внутрь. Здесь выставка картин. Шишкин. Вот, друзья, посетили Ласточкино гнездо, да? Больше собирались, внизу выставка художественного музея, наверх нас не пустили, но там, говорят, одна комнатка и все. Я почему-то думала по фотографиям, что он намного больше. Тем не менее, впечатления яркие, интересные. Я думаю, вам тоже понравилось. Как всегда, всех вас люблю. Всем пока!